Всем привет! У меня Александр Сучков. И, короче, перед просмотром этого видео поставьте мне лайк. Играю, короче, я сегодня CS:GO и, в общем, я со своей командой. Мы играем трое на трое, это как два человека. И я решил закрыть, короче, сервер на 6 игроков. Сейчас на сервере играет 6 игроков. Трое за тех, трое за тех. Нож, 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 нож. Да. Супер. Вот такое вот начало видео. И это сейчас идет разминка. Так как я только запустил сервер. Так, да, это разминка. Да? Да? О, все, разминка закончена. Можно, наверное, начинать. Так, прицелили сразу. И давайте сразу ходим. Опа, опа. Дальше. Начнем дальше. Так. Ну, давай, опа. Сразу, даже не успел стрелять. Я просто мастер, ребят. Просто. Так, а где наш? О, да, это, конечно, было очень-очень-очень-очень опасно. Ну ладно. Так, ну что, все? Это нет? Я так понял. Так. Да. Так, где у нас там враги? Сразу выбегаю и стреляю. Да. Нет. Да. Да. И где третья, да. Третья, да. Нет. Сейчас. А, все, мы победили, в общем. Вот как-то так. Я победил. Вот. Они все. Так, ладно, ладно, ладно. Так, опа. Я. Где они? Так, они здесь, ребята? Они здесь. Так, опа. Так, где у нас второй хэдшот будет? Так, нет второго. Ну все, мы победили вроде. Уже, как бы. Так. Так, сейчас двоих сразу. Один патрон. Да, да ладно. Просто офигеть. Когда я вам скажу, что я научился делать. С АВП. Берите вот так. Опа. И убивайте. Так. А, кстати, кто еще не знает, как поменять АВП-шку здесь? Это не такая АВП-шка, это просто вот такие вот выпадают. То есть... Вообще, по умолчанию ничего не выпадает. Да, пистолет есть. Мой нож есть, мой и пистолет. А вот АВП можно спавнить свою. С помощью чита можно своим друзьям дать две. Вдруг кому надо будет. То есть, Dragon Lore. Так, и уже из Dragon Lore может... Ой-ой-ой, да, это было опасно. Ладно. Как бы все равно. Так, ладно. Вот так я как-то проиграл. Наша команда проиграл здесь. Это все из-за тебя, Dragon Lord. Ну ладно. Спавни его. Где ты? Герари. Где ты? Такой, идем. И он такой упрыгивает такой. Нету? Где ты? Давай. О, хэдшот. Так, Dragon Lord, покажи себя. О! На них тоже может запрыгнуть. Спокойно также спрыгнуть. Да, это очень круто выглядит. Так, ладно. Дальше. Сегодня тоже у нас стрим, вы видите. С этими драгонлорами, yes! Давайте, опа. Так, дальше что у нас? Что у нас тут? Ребята, это Джек Зидок. Джейк Зидок, ребята. Вот он. Вот он, ребята. Так, ладно. Так. Пока у меня было время. Опа. Опа. Двоих хэдшот. Так, и третьего я, конечно, запоминаю. Он не убьет меня. Я победил всю команду.
Эй, Снубас убил всю вражескую команду, да ладно. Это прикольно. Так, ладно. Так. Ну, понятно по бочкам, то, что они сейчас будут здесь, я спокойно смогу убить. Посмотрите. Ой-ой-ой-ой-ой, да. Да ладно, да. Это было сложно. Ну ладно. Такой, во, вот. Интересно, да? Короче, ладно. Сейчас попробуем, ребят. Еще раз. Dragon Lord. Вот. Мой Dragon Lord. И мы сейчас попробуем, давайте все-таки пострелять с ним. Уже перебить в команду. Где у нас враг? Нет врага. Лавра! Тебе против Dragon Lord не справится. Потому что ты Сильвер. Ну хотя, извиняюсь, не Сильвер, но все равно. Не успеваешь, и не... Да. Вот команда имя Сильверов, и у меня почти... Ну, у меня тоже не глобалы, конечно. Ну ладно. Так, давай. Подстрелим. Опа, хэдшот. Это первый хэдшот. Хотя, смотрите, он тоже стрелял. И, видимо, он не попал, видите? Так, ладно, дальше. Куда мы дальше идем? Бам! Хэдшот. Так, здесь что? Дальше теперь сюда. Так, дальше что? О, это опять здесь. Прицелись. Да ладно, это же, ребята, это правда. Хэдшот, ребята. Так, дальше. Опа, еще один хэдшот. И третий хэдшот у меня будет просто обычный хэдшот. Он не будет никаким не крутым, никаким. Он будет стрелять вот туда, вот сюда. А, не-не-не, стоп. Вот. Ну, давай. Ладно. Так, ну что ж, я вообще вам сегодня хотел показать еще кучу всего такого. Сейчас это будет последний раунд. Потом я сделаю кое-что. И зайду на какой-то сервер. Чтобы поиграть с моим одним другом. Вот и все, наверное. Так, не переключайтесь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мой ID 53-55-44-63 ВКонтакте. Подписывайтесь сюда. Ставьте тоже лайки. Ну и в общем, мы продолжаем. Итак, я перезапустил сервер, он меня немного лагает, ну ладно. Сегодня я вам еще хотел показать, как мы с другом, в общем, стреляем по очереди. Он, друг мой, против меня играет, вот он. Он стрельнул, я стрельнул. Он выстрелил сейчас, я выстрелил. То есть я в него попал, я его ранил сейчас. Да? Это понятно. Или не ранил? Не, попал в него. Так, прыгаю сюда. Так, он стрельнул, и я в него хочу. Вот так вот я буду теперь стрелять. То есть играть со своим другом. Вот таким вот, который валяется здесь. Так. Убить меня он не сможет никак, потому что я нубас, а он Сильвер, можно сказать. Так. Где он? Где ты, друг? Что он взялся? Давай. Плывут. Давай. Ладно. То есть я ему даю шанс выстрелить. Возможно, ему это повезет, можно сказать. И он убьет меня, но это, наверное, вряд ли. Так как я могу двигаться. А он... То есть, он может двигаться, но он что-то не хочет, наверное. Так. Ну, если мы играем по скайпу сейчас. Но так как он не хочет включать микрофон, поэтому я не хочу. Ну, точнее, он не хочет. Ну, короче, понятно. Он не хочет включать микрофон, я не хочу его, то, что он пишет в чате, не хочу озвучивать эти сообщения. Так, где ты? Вот это. Вот он ты. Стрелял?
Молодец. Стрелять, конечно, как мастер был, конечно. Так. Прыгнул сюда. Так, ну что ж. Давайте дальше продолжим. Давай, где ты? Стоп, я его сейчас затроню. Правда, не видите? Охрененно, конечно. Нет? Ладно. Так. О, хорошо. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Ой-ой-ой. Оооо, через стену, ребята, я его убил, затроллил его, конечно же. Ребята, вот, это точно, это просто супер. Я затроллил свою игру. Я затроллил его. Я затроллил своего друга. Так, ладно, вот он. Я его сейчас спокойно уже прибью. Нет, не успел. Нет. Блин, я не попадаю. Подождите. Так. Стоп, 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 я только палюсь. Не себе только палюсь. Он такой идет, идет, идет. Так, ой-ой-ой. Эй, так нечестно, друг. Так нечестно. Так нечестно. Ты что? Ты что, решил меня убить пистолетом? Да ладно, тебе это не сделать. Так. Ой. Ой. Ой! Через стенку, блин! Ну, я хотел прочёт, но ладно, не получилось. Ну ладно. Хоть как-то так. Всего у меня сейчас 53 хпшки. Не, хватит. Так, я его вижу и сейчас прям хочу. Затроллил, затроллил сразу. За одну секунду прям раунд затащил. Бу тату Евген. Евген, спасибо тебе за эту карту. Она очень нормальная, очень красивая, похожа на АВП Индию, но это не она. Так. Оу, хэдшот, ребята, это точно. Это троллинг друга. Это правда. Смотрите. Я затроллил свою друга. Так, смотрите, АВПшки валяются. Так, затроллим его. Давай. Ого, давай, давай. Опа, всё. Затроллил. Затроллил, затроллил. Так. Ну, конечно, это не тролль может троллить. Но все равно прикольно. Так, затроллил. Где он? Нужно понять, где он. Сейчас я его сейчас не вижу. Тихо. Тихо, тихо. 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 Блин. Стоп, 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 стоп. Стоп, опа! Зря ты прыгал, дружок. Хэдшот тебя ждал здесь прям. Прыгнул и все, типа. Прикольно получилось. Вот такие вот читы у меня, ребят. Это реально бафа. Ну, блин. Не затраливаем. Ну, а тебе хэдшот, конечно. Как я тебя узнал, я тебе не скажу. Когда просмотришь это видео, друг, конечно, ты поймешь, что я был читером и читерил. Ну ладно. Так, дальше что? Дальше вот где. Вот. Вот и ты. Тихо, 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 тихо. Подходим, подходим, подходим. И такой вот. Извиняюсь, не попал. Ой, закинь. Этот. Опа! Ну ты просто, друг, ты просто нуб, можно сказать. Ну извиняюсь, конечно, но ты реально... Ну я, конечно, да, с читами играю, но это просто троллинг, друг. А еще я могу так сказать. Видишь ты меня? Ты меня видишь? Ты не видишь. А я тебя вижу. И затроллю тебя. Очень просто. Вот ты. Вот он, вот он. Затроллил, yes! Затроллил! Я его затроллил, ребят, правда, все, я его затроллил, вот, смотрите, это тролль, ребят, это тролль. Это просто тролль. Ну так все, ребята, сейчас мы продолжим уже. Хотя давайте так, ого, ладно. Ладно, подписывайтесь на мой канал,
Ставьте лайки, как я уже говорил в некоторых моих видео. Короче, делайте все то, что надо. Ну а я пока дальше поиграю. Мы продолжаем троллить друга. Троллим его, троллим. Троллим? Нет, не за троллим. Ты прикалываешься? Нет, ну че я, блин, пачек? Ты тебе не, меня не видишь все равно. Вот не поверишь, но нет. Тебе меня не видишь. Вот поверь, я че так, друг? Ха, затроил, конечно. Так, ладно. Сейчас я одним щелчком пальца поверну свою кепку и другим щелчком надену на себя очки. Раз, два, три. Мы вот так вот как-то получилось. Так, давайте. Ой-ой-ой. Линия. Ладно. Итак, раз, два, три. Мы продолжаем наше видео в очках уже, блин. О-о-о. Давай, стой. Затрой меня, да. Ну, конечно, по щелчку, конечно, много криво делать, но так. Так, ну что ж, блин, дальше в КС-ку. И продолжаем тащить. И делать. О, через стенку и в хэдшот. Это просто мастер нубас играет на сервере. Вы когда-нибудь видели такую вот... Ой. О. Да, вот так надо. Вы когда-нибудь видели вот такую вот? А это вот так. А вы когда-нибудь видели такую? Я да. А вы? Троллил. Через стенку затроллил его. Да, я его затроллил. Я молодец просто вообще. Ну что, еще один щелчок пальцем, и опять будет я без очков. Раз, два, три. Так. Опа! Хэдшот! Ребята. Так, дальше что у нас? Это 17-я минута, ребята. Мы все еще троллим друга. И, в общем, я пока еще не закончил. Охренеть. Пуш. Мне это показалось? Мне показалось это, или у меня такие щелчки? Охренеть! Что мне делать? Что мне делать? Что мне делать, ребята? Что мне делать? Что мне делать? Да! Я все затроллить не смогу. Так. Нет, это невозможно! Нет. Ну пошли нафиг отсюда. Отсюда, нафиг! С моего сервера. Пошли нафиг. Пошел нафиг. Пошли нафиг. Пошел нафиг. Ну, давай же. Я вас всех не смогу затроллить. Я не смогу вас всех затроллить, блин. Давай. Давай, все. Все. Блин, патроны. Патроны. Вот пора старым добрым способом убивать этих гадов. Иди сюда. Я. На. Я. Все. Просто по-мастерски. Прочетерил здесь, да. Вообще, играть невозможно. Сочетание. Так, ну ладно. Я... Читы, потому что так... Вот у меня. Это мой драгонлон, ну ладно. Стоп, а почему... Этот, как его, серия пропитил ботов? Хотя, ладно. Так, ладно. Сейчас мы это все посмотрим. Ой, да ладно, меня убили сразу. Я спавнился, меня сразу убили, да ладно. Так невозможно. Это просто охренеть. Так. Затащим сейчас, ребята. Так, их теперь трое, так понял. Да? Ой-ой-ой. Опасно. Еще одна опасность. Я пока драгом. Ну что ж ты, блин? Не умеешь совсем играть-то, блин. Играть научись, блин. Бог.
Ля-ля-ля-ля-ля. Я читер, а вы нет. Я смысл офигеть, что такое. Я совсем спать. Уже меня не видно. Идем. Где они? Так, вижу их, вижу, вижу, вижу. Ребят, вы не поверите, я их вижу. Вот я его сейчас отрою. На! Извиняюсь, извиняюсь, не попал немного. А, я не могу через стену стоять, точно. Я его еще... Оу! Оу, ой-ой-ой. На! Хайдшот через стену. На! Еще один хайдшот через стену. Ладно. Это было, конечно, жестоко. Но они в меня не попали, и это, конечно, очень круто. Ну что ж, давайте продолжать мы. Уже продолжаем. Трое против одного, ребята. Это что-то. Это просто интересно, наверное. Я надеюсь, что что-то хотя бы будет здесь интересное. О, повис, повис, ребята, он повис, ребят. Вы не поверите, он повис. Он не упал. Так, открою кепку. И продолжаем игру. Так. Да! Вот. Это, конечно, минус. Это, конечно, минус, ребят. Так. Да! Я же его убил. Это невозможно. Да ладно. Ну ладно. Хоть как-то так. Играю. Так, что здесь у нас еще есть? Вы не поверите. Какая у меня мысль. Оу! Конечно, это было очень опасно. А, кекеры тоже можно. Не знаю. Так. Девятка. Это дает мне нашу штуку. Ну что, давай. На! Два патрона, все. Опа, все, два икса дадут. И всех по хедшотам, ребята. Вот такие вот у меня читы, ребята. А вы все со снайперками будете бегать. Да вы лохи, наверное. Вы тем тоже. Начните, пожалуйста. Так, так, ну ладно, ладно, ладно. Так. Девятка. Да тут все в девятке. Вся карта в девятках. Бам! Давайте собирать их. Они все ваши, ребят. Забирайте, они мне не нужны. Нет, таких хрени дофига. Реально. Так, отключаю. Блин, да как? Ну, блин, да это невозможно, ребят, правда уже, все. Я иначе не терял оружие, а они против меня. А, драгончик, ладно. Пользуюсь драгоном. Вот. Так, ладно. Что мы за чудик? Опа. 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 Три хайдшота, ребят. На трех человек. Конечно, это очень круто. Интересно, куда все ушли? Все. Так. Что такое? Давайте я ему дам выстрелить. Ой! Зря я ему дал. Ну ладно. Вот он я. Ой. Валяюсь. А все играют, блин. Так, ладно, 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 ладно. Так, идем в свой. Ой. Time to earn our stories. Так. Так. Так, что я могу? Что я могу? Давай. Опа. Опа. А третьего я, наверное, не успею убить.
Он слишком читерский. Ну ладно. Кстати, надо попробовать. Ты меня не бить. Не убить. Не убить. На. Вот и все. Назад его. Так. Сейчас я вообще без чудов, считайте, играю. Так, ладно, 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 ладно. Идем дальше. Так. Идем сюда. Опа. Опа, убил. Опа, убил. Хэдшот. А это у них есть. Давай. Твой шанс. Твой шанс. Что, не хочешь? Хочешь шанс? Ну ладно. Давай. На. Сойди от меня. Давай, с ЛП-шкой. На меня. Слабо. Смотрите, он не может меня убить. Давайте, давайте. Я спокойно к тебе сейчас сзаду подойду. Опа, все. Ну какой ты прям профессионал здесь. Какой ты глобал. Ты даже до глобала еще далеко. Ты, не знаю, на третьем ранге. Ой-ой-ой, это конечно было. Ладно. Ладно. Видимо, они не хитят. Да? Так, ладно, ладно. Все играют, а я нет. Почему-то. Сейчас я просто их буду просто тащить. Так, идем. Он нас никогда не хитит. Ой! Охренеть. Не попал. Ему еще спокойно сзади подойдет. На! На! Ну давай. Ну давай. Так, я еще смогу подобрать. Да. И еще третьего смогу убить. Спорим? Что я третьего сейчас убью. Так, ну что ж, я вы разозлили Нубаса. Теперь я злой и хочу вас всех убить. Злой Нубас. Добрый Нубас. Добрый Нубас. Нубас. Так, ладно. Где у нас там третий бегает? Что он? И сейчас куда-то. Читер. За стеной, что ли? А, вот и ты. Где? Точно. Точно. Мой нож тебя заждался уже, дружок. Давай. Стреляй. Это твой шанс. Твой шанс. Давай. О, какой позор, ребята. Какой позор. Я вас всех ножом убил. Я вам давал пострелять. Вы даже меня не попали. Это, конечно, очень минус ваш. Ну ладно. Я больше не хочу этого делать, не хочу вас убивать ножа, потому что это как-то... Ой, попал. Ой, профессионал. Так. Я вас лучше протроллю с АВП-шкой Азимов. Драгон Лором. Вам сейчас протроллю. Так, ну я тебя вижу. Чё это он там? Бегаешь-то? Это он здесь был. Да. Опа! Опа, да. Опа. Опа. Да, блин. Это, блин. Да какого? Ну? Меня запутал. Ну что ж ты такой, за... За крем такой. Да почему ты же? Давай, давай, давай! А, в угол тебя зажал. Все, ладно. Ладно. Ты не профессионал. Ты сильный. Сильверы на карте, ребята. Осторожно. Глобал против сильверов играет. Здесь просто интересно играть. Начинаю. А у меня за всю игру где-то 10 раз убили. Все сильверы. Все сильверы. Так, ладно, ладно, ладно. Так. Куда мы идем? Ого! Давай. Так. Дальше. Так. Что дальше? Так, ого! Хэдшот. Так. А третий? Их же было трое. Он вроде не ушел. Кто бы написали... Дисконнект! Ой. Ой, я не попал, помогите мне, ребята.
Ну зато я попаду в спорим, я попаду с пистолета за первый раз его. Сразу убью. Вот не поверите, но я так, наверное, смогу. Наверное. Ну давай. Но ты не успеешь. Это вы сам друг? Давай. Хэдшот. Я в хэдшот. Двух патрон. Можно только убить в хэдшот. С этого пистолета Глока 18. Но это тоже очень такой рекорд, очень крутой, конечно. Мне он нравится. Я сейчас буду их убивать с Глока. В общем. Я их буду затраливать с Глоком. Давай. Давай. С Глоком. На. А, ну ладно. На. Ой, перезарядка. На. Еще кто? Я и затраливаю, ребят. Типа стреляю из Глока, а по-настоящему стреляю из Глока. Так, я пришел. Через Глок. Почему ты не стреляешь? Почему? Тупое оружие. Стандартное тебе. Пусть оно как-то почему. Так, продолжаем играть. Это уже 30 минут прошло. После начала видео, да? Так. Что ж, давай. Кто на меня? Давай с ножом. Еще один шанс. Не попал. Еще один шанс. Да что, как ты так стреляешь? Как ты так... Давай! Оооо, почти что. Молодец, конечно, пострелял здесь. В стену прям. Давай. Твой шанс. Ой, не попал. Давай еще раз. Ой, не попал. Еще? Ой. Куда он стреляет-то? Вот куда он стреляет. Давай еще раз. Это тролль, ребят. Я троллю его. Ладно. Упрощу тебе задачу, давай, стреляй. Опа, нет, не попал, ребят. Смотрите, не попал. Это же, да. Конечно. Не попал, ребят, у меня. Ни разу. Так, дальше. Опа! Ты стало дофигаще. Дофигище, конечно. Ну ладно. Ой-ой-ой. Опасно, ребята, опасно. Конечно, все опасно. Так, перезарядка. Так, ого, через стену. Ого. Мастер играет все. Еще один. Блин, не попадаю. Давай. Ну трое, конечно, они умеют. Еще один хэдшот, давайте. Кто там остался, один? Или сколько у вас? Ты куда ты там смотришь-то? Давай, это твой шанс, давай. Один раз. Опа. Три патрона. Давай еще раз. Ой, попал. Снял почти. 30 хп у меня снял. Ой, попал. Никуда в ногу, что ли? Ха. Офигенно просто, конечно. Как мне 30 хп? Так. Давай, ну что ж ты такой, ну? Ну почему такой косой? Ой, ну почему вы такие косые? Ну почему вы не научились стрелять? Давай. Опа, нет. Опа, нет. Опа, нет. Сейчас. Опа. Серверы эти, как их? Серверы, блин. Так, нет. Давай, опа, блин. Перезарядка, ребят. Ой-ой-ой. Давай, мочи меня. Мочи, я уже раненый. Что, не замочишь? Испугался. У него был шанс, блин. Он его не смог. Давай. Опа. И последний. Все, нету теперь. Нету никого здесь. Я выиграл. Нет, еще не выиграл. Сам прикол, если у меня это последний. Нет. Я убил сам. Нет. О, я катаю бочку. По карте. Офигенно. Так, катаю дальше. Так, стрельба в прыжке. Как она вообще работает?
Так. Опа. Опа, ну, ой, нажал. Нет. Нет, не работает. Но зато работает так. А, не попал, да ладно? Я не стал попадать. Вот здесь я. Наверное, так. Я попаду в двоих. И сразу... Нет, ну... Перезарядка. Как вам не стыдно, ребят, поиграть? Сильверы, вы кто вообще? Вы когда научитесь играть в Сильвера? Ой-ой-ой. Всех ХП уже сняли, а? 10 хп. Это просто... Ой-ой-ой, один хп, один это просто... Это просто... Очень-очень-очень-очень-очень-очень... Конечно, эпично получается как-то. Ой-ой-ой. Давай-давай, опа. Одного. Второго. Не, не попал. Одного. Второго. И третьего. О, теперь нормально. И все в хэдшоты. Здесь это все были? Я надеюсь, что были все. Хоть бы еще никого не было. Видимо, кто-то есть еще. Где ты? Последний. Ой-ой-ой. Опасный чел! Почти что меня убил. Да ладно. Вы когда-нибудь видели игрока, у которого 0 хп? Вы такое видели когда-нибудь? Это баг какой-то, правда? Так, это не 4, да, правда. 4 это карлика. Так, еще один хэдшот. Еще один хэдшот. На троих убил. Еще один хэдшот. Еще один хэдшот, да ладно. Ну вы что, никогда меня не убили? Не убили. Даже те пацаны, которые просто играли, еще больше не убивали, чем вы. Вас сколько там, 10 человек или сколько на сервере за вас играют? И вы не можете убить меня. Это просто вообще. Конечно. Что, еще один остался? Да ладно, еще один. Вы что, братья что ли? Что там, братья? Братья. Опа! Минус один брат. Кто там еще брат? Должен был остаться один еще. Я потому что считаю, что брать. А с одинаковыми скинами, блин. Офигенно просто играть. Так, ладно. Продолжаем. Так. Ой, я мне что-то в микрофон что ли говорит? Я так понял. Ну так как я выключил звук, чтобы мне не говорили. А, да-да-да, не говорят. Да. Что такое? Это банк? Ого, я откинул банк. Круто. Круто седа, значит. Так, ладно. Так. Это просто... Я попал. Опа. Стоп. Вот. Ой, да он не сильно, ребята. Да просто должен быть уже сильно, ребята, в эту игру. Вы, наверное, даже не сильверы, вы меньше сильверов. Так вы не можете без него было. Это просто стыдно, наверное. Да я вас ножами убью, да вы не достали меня. Да я вас так убил уже. Я глобал, посмотрите на мой ранг. Я всемирная элита, ребята, я глобал. Друзья, вам меня не победить. Ну что ж ты с пистолетом на нубас это пошло. Опа, и все. Я вас всех убил из АВП. Ну, конечно, троих. С ножом, ну ладно, все равно прикольно. Вот как-то так играется на этом сервере. Надо скоро уходить. Потому что, конечно, здесь немного уже пустовато, но не получается. Ну нет, с этими пацанами лучше никогда не было. Скучно это, когда просто ты постоянно побеждаешь в этой хрени, короче. Просто квест, я не знаю, или я просто круче квест самого этого создателя квест стал. Потому что, смотрите, я побеждаю всех. Полностью всех. Я понимаю, если бы я проигрывал и кого-нибудь убивал. То есть в раунде убивал, там, например, 3 игрока и меня убивали. Но я тут всех тащу, 10 человек убиваю, это уже скучно. Это, конечно, уже скучно. Это просто, наверное, потренироваться. Только можно отсюда. Зачем мы сюда зашли? На АВП. С
сервер без скинов. А, ну скины, ладно. И так выпадает эти. Зачем вы зашли, если вы не умеете стрелять из АВП? Меня вот это вот просто убивает. Если не умеете стрелять, зачем выходить на сервер, где играют люди с АВП? Типа Доти. О, давай. Он вообще не попадал. Он попадал в эту стену. Смотрите, он стрелял в эту стену. Он больше ничего не делал. Так. Где он? Так. Давай. Давай-ка. Оооо. Видишь, это было. Сильвер, конечно, здесь я гоняю, конечно, вообще. Ой-ой-ой. Два сильвера, ребята. Два брата. И последний патрон у меня был. У меня, кстати, все достижения все уже открыты. Все уже не открыто. Поэтому здесь как бы в CS уже играть-то неинтересно стало. Я глобал, я, короче, играю с читанием. Так уже играть. Потом, у меня все собрано, у меня все как бы кейсы собраны уже. Все скины оружия. Я даже уже продаю эти скины. Вот, скины я не сделал. Так что покупайте скины, потому что мне вообще скучно. Ну смотрите, я просто все тащу. Если я бы играл один, то бы я играл. Смотрите, я просто не ухожу с места, я просто пищаю. Время от времени. Мне никто не может убить. Так, ну да, ребят. Вы не умеете просто играть. Ну поверьте. Давай. О, прыжок. Давай, стреляй. Ну ладно, хотя бы я ему достал стрельнуть. Это хоть как-то. Откройте кейсы на сайте Nubas Cases. Вам выпадают только самые крутые скины оружия. Если вы не выпадете стандартных, либо каких-то красивых, выпадает только красивые. Вступайте туда, вам нужно зарегистрироваться. Стольник. Открытый кейс. Ну, хотя там дается открытый кейс. То есть если вы затащите, то вы можете бесплатно играть эту игру и вообще открыть. Куда вы пошли? Я с одним АВП вообще с пистолетами, с глоками, с контрибом. Так, ладно. Так, дальше. Что дальше? Так, так. Опа, все! Так, дальше. Опа! Еще! Еще один! Давай! Опа! Нет! Опа! Ну, ну я не хочу тебя убить, надо. Это будет скучно. Опа, постреляй. И постреляй. Кто еще будет стрелять, блин? Че, все? Никто больше? Ну, конечно, как-то так получилось. Так, нет, еще один остался, наверное. Так, понял. Так, кто же один остался? Кто же один, ребят? Кто бы знал? О! Как же я тебя оставлю без моего патрона? Ну что ж я могу сказать? Подписывайтесь на мой канал Nubas. Ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал, как я уже сказал. И смотрите мои новые видео. Опа, и да, если бы точно. Сейчас я перезайду за команду КТ и уже буду за КТ, если убегать. Сейчас когда закончится. Все. Я перезахожу за КТ. Итак, мы продолжаем. И я опять играю за. Ой, нет. Я не опять играю, а я. Играю за сервисы. Так, все эти парни ушли. И остались только трое. Ну, сколько и было. Так. Теперь я их буду тащить по-настоящему. Так. Я взял Dragon Lord. И начал их всех убивать. Так, ладно. Где ты? Сюда. Так, ладно. Дальше сюда. Так. Так. Сейчас, дальше сюда. Так.
Так, о! Давай. Так, опа! Нет, не попал. Странно. Опа, нет. Но я читами не хочу пользоваться, потому что они же сильверы. Читами на сильвера это. Ты что, я их и так убью. Так, ладно, ладно, ладно. Так. Опа, давай, опа. Нет, я не смог в него попасть. Не, попал, попал. Ребята, я попал. Я просто мастер, ребята. Просто мастер. Ну что ж. Ставьте лайки на мои видео, если вы еще не поставили. Назад, доставьте сейчас, потому что только сейчас я поднимаю лайк. Ну что, ставьте пока лайк, любите видео прямо сейчас, поставьте лайк. Если вы уже поставили лайк, то поставьте еще один лайк. А я пока буду убивать Сильвера. Ну что, вот и все. Мы продолжаем дальше. Так. Ха, давай, давай, где ты, где ты, где ты, где ты, я не могу его найти. Где он, где он, где он, где он, где он? Где он? Я думаю, он меня сейчас убьет, как те были. Ой. А спорим, я тебе без прицела убью. А зачем спорить, я это убью. Сильвер. Да, конечно, прикольно. Играет на этом сервере. Спасибо автору сервера. Не автору сервера, а автора карты. То, что сервер реально прикольно получился. Здесь интересно побегать, типа как на Индии 2. Да, на Индии 2. Ну что ж, здесь тоже можно пострелять. Прикольно. Ну что ж, опа. Так. Опа, давай. Ой, не-не-не. Ранил меня! 50 хп! Давай, опа! И опа! Вот так вот надо играть в квест бол, ребята. Так, ладно, 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 ладно. Так. 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 Окей, окей, окей. Окей. Так, ладно, это я не буду пользоваться, это сейчас не буду пользоваться. А я сейчас буду пользоваться моим супероружием. Так. Давай, опа! Хедшот, ребят! Так, дальше, дальше, кто дальше? Так, а дальше у нас кто идет? Дальше у нас идет... чел, который постоянно куда-то в другой момент смотрит. Ну ладно, убил я тебе, друг. Так, дальше, 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 дальше. У нас идет дальше... Сейчас скажу. У нас дальше идет... сейчас хил сделаю. Сейчас, 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 сейчас. Так. И это сейчас. Не могу найти. Нет, нет, нет. Не могу, не могу его найти, не могу. Так. А вот он. И это был Джейк Зедок. Yes. Вот, смотрите, вот он, вот он, вот он, ребята. Это Джейк Зедок. Magic Dog. Вот смотрите. Ну что ж, что же я могу еще сказать? Продолжаем игру. У нас осталось 2 минуты! Я закончу видео. Так, 2 минуты, 2 минуты, 2 минуты. Продолжаем. Так, опа, нет. Опа, хорошо. Опа. Опа. Все, готово. Всех убил. Я в опыт такой осталось. Так, ну так получилось. Ладно. Так, осталась минута, ребята. До конца видео. Ну что ж, давайте закончим это время. На этой крутой карте я потратил где-то уже 50 минут. Бочка, ты куда ко мне? Ползешь, можно сказать, летишь. Так, опа, нет. Не попал? Ты попал. Убил, убивай. Хорошо прям, ребят. Ну что ж. Это, конечно, было очень круто. Если вам понравилось, конечно же. Это вам даже понравится. Ну что ж, дальше. Дальше будет круче. Так как я играю веб-камерой. Это круто. Да. Поэтому это заслуживает видео точно лайк. Давай. Они меня ждали, что я покажу вам. Давайте. Так. Давайте.
И третий кто у нас? Рейкетик! О-хо! Я не ожидал, что я сделаю это в хэдшот. Смотрите, его выражение лица стало такое. Оу, я упал. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Кстати, лайк, подписывайтесь на мой канал Нубас. Подписывайтесь на меня ВКонтакте, ID 53-53-43. И пишите комментарии там про видео, там, про что хотите. Я все комментарии проверяю. И вот, ну, что я могу еще сказать. И всем пока!